Всем привет! Поздравляю всех с Новым годом, наступившим 2017 годом. Как видите, я подготовил еще праздничный этот стол. Вот, что у нас тут по программе? Я немножко волнуюсь, просто перед этим видео немножко готовился. Просто меня двое людей просили, чтобы я им передал привет. И можно сказать, что это первое видео в этом году на моем канале. Хочу передать привет тебе, Никита Лабуц. Ты просил, мне писал ВКонтакте. У тебя было куча вопросов, я на все ответил. И также хочу передать привет тебе, Тимати. Вот. Ну, это долгопилский Тимати, знаете, такой, ну, с бородой, в очках. Короче, он Тимати. Вроде его зовут Александр, если ты смотришь, да. В общем, тебе передаю привет про поводу, ну, с тобой я общался по поводу петарда, я помню, этой, ну, которая дымится в клипах, я знаю. По поводу пародии клипа, я помню про эту тему, можно что-то попробовать. Вот, так что звони, пиши мне, смотри видео на ютубе на моем. Вот, на моем канале, немножко заплетываюсь, но неважно, просто я немножко волнуюсь, потому что здесь такое, знаете, продолжение праздничного стола. Вот. Кому-то еще хотел передать привет, не помню. Просто напишите в комментариях, либо мне ВКонтакте, либо в Фейсбуке, кому я там не передал привет вот, в начале вот этого года, 2017 года. Вот. Ну, начну с того, что Новый год я все-таки скромно встретил. Ну, не как здесь, конечно, здесь уже не так скромно. Вот, все-таки скромно, но не так, чтобы это было, ну, депрессивно, то есть... Ну, нормально встретил, то есть праздничное настроение у меня было, вот, все-таки. Вот, но оно, как видите, продолжается. Вот погода за окном мне, ну, не нравится, вообще снега нету, в Далгопилсе вообще не было снега. Вот что, вот как вы думаете, что это за Новый год без снега? Непонятно. И продолжим дальше. По поводу 30 декабря хотел сказать, что у меня как-то... Появилось это новогоднее настроение все-таки. И я купил одному человечку дорогой подарок. Достаточно дорогой, потому что он коллекционирует одни вещи. Ну, неважно какие. Просто этот человек, он заслужил этот подарок, потому что он весь год пахал. Вот. Ну, просто мне сердце так говорило, надо все-таки подарить подарок ему. Я не пожалел денег, я купил этот подарок и подарил ему. Вот. Так что вот такие вот дела. Так что не все так было плохо на Новый год и перед Новым годом. Начну с того, что я вчера сходил на Звездные войны. Изгой 1. История, в общем. Вот. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. What will you do when they catch you? If you continue to fight, what will you? Вчера вот, когда сходил на Звездные войны, Изгой 1, история, когда покупал билет, то там в этом Сильверскрине, ну, Долгопилский кинотеатр, да, вот было наложено, в общем, попкорна вот в этих металлических корзинах и такое вот удовольствие стоит 7 евро. Про фильм я уже написал блог ВКонтакте, в Фейсбуке, вы можете почитать. Скажу так, что это достаточно хорошее кино. Ну, хорошее кино. Конечно, не шедевр, но кто хочет, сходите, не пожалеете, реально. Вот. И если надумаете это купить, купите, конечно, чтобы у вас, ну, память осталась об этом фильме. Вот. Ну, я, знаете, как купил себе награду. Вот. Ладно, поставим сюда. Ну ладно, давайте покажу еще раз. Вот так вот выглядит, в общем. Да, чтобы удостоверились. А, еще вот могу почитать. Короче, это китайцы сделали. И есть даже сайт www.godonlineking.com. Goldlink, короче. Сделано Made in China в Китае. Вот. Ну, вся дополнительная информация будет под этим видео. Но у нас праздник продолжается, короче, ведь еще старый Новый год. Ладно, надо, короче, кое-что открыть.
Я специально для этого видео купил шампанское, я вчера его покупал, но хотел снять видео на мыльнице, но карта памяти была занята, поэтому не видел смысла снимать видео вчера. И решил вот это вот видео назвать, ну, первое видео в этом году на моем канале, 2 января. Просто и без всяких хитростей, в общем. Ладно, короче, вот купил вчера шампанское, называется Ригас. Но это будет не обзор, какая разница. Не обзор на это шампанское. Вот. И я немножко волнуюсь, потому что редко открываю это шампанское. Вот. А праздник он уже продолжается. Новый год наступил, наливаем шампанское. Ладно, начнем. Сейчас налью шампанское. Напишите вы в комментариях, как вы встретили Новый год, либо мне напишите. Вот. Так. Это очень волнующий момент, открывать сейчас вот это шампанское. Открыл все-таки. Вот. Но с этим делом как-то поаккуратнее, да, потому что когда будете, ну, там, допустим, в гостях где-то или в друзьях, да, там, допустим, день рождения, свадьба, всегда, ну, попробуйте открывать, чтобы, ну, никому не попасть в глаза или в люстру, да, чтобы, ну, соблюдать технику безопасности. А я вот открыл все-таки шампанское. Да. Ну, то есть волнующий такой момент. Немножко вообще волнуюсь. Вот. Ну, все-таки праздник. Ладно, давайте налью шампанское, в общем. Только не думайте, что это обзор шампанского. Просто праздник продолжается. 6 минут назад я был тут, я был там. Рэп. А, да, кстати, кому интересно, я еще сделал голосование рэпер года 2016 года, поэтому переходите по ссылке и голосуйте. Ну, кому интересно. Вот. В общем, с Новым годом, ну, с наступившим Новым годом, 2017 годом. Наконец-то я это сделал. Вот. Вот, как видите, есть конфеты. Сразу, ну, Новый год продолжается. Так, дальше. Ай, свалилось. Так. О, смотрите, пакет. Тут смотрите, тут Дед Мороз, короче, и дети. Так, это показывал, не показывал. Я знаю, что я обычно в видео повторяюсь, там в некоторых моментах. Вот, смотрите, мандаринки. Дальше. Вот, ананас, короче. И Звездные войны. Star Wars, Rogue One, Only Cinemas. Вот, кстати, не сказал или сказал, еще будет старый же Новый год, поэтому праздники продолжаются. И это 2 января. На часах у меня показывают 11:30 утра. Ладно, тут еще кое-что хотел сказать. О грустном немножко, ну а что сделать? В общем, хочу просто уже закончить это видео. Кого клюнет жареный петух? Короче, это последний номер прошлого года, 2016 года, МК Латвии. Вот. Я знаю, что плохо будет видно, потому что мыльница. Но неважно. В общем, вот что пишет авторский блог экономиста Дмитрия Смирнова. Ну, то есть прогноз на 2017 год. То есть он уже начался. Я по-быстрому зачитаю. Крупных катаклизмов в 2017 не ожидается. Тем не менее, следующий год будет тяжелым и для Латвии. В общем, как вы видите, ничего не изменилось в Латвии. И для мира. Рост зарплат в нашей стране замедлится.
Безработица продолжит расти, а исполнение государственного бюджета под большим вопросом. Ну что сделаешь? Трудности всегда будут и в этом году. А как же без трудностей, да? То есть, ну мы их преодолеем вместе, вместе мы сплочемся и победим все неприятности, все неудачи. И если вы видели вот это уже и решили сходить, то у меня есть секретное оружие. Да пребудет с нами сила! В общем, да пребудет с нами сила, короче. Мы не сдадимся в этом году, ведь мы неубиваемые. Ну, я так образно сказал. Вот. Потому что мы долгопилчане. Вот. Ну, короче, Новый год продолжается. Ставь лайк этому видео. Вот, ставь лайк. Комментируй это видео. Подписывайся на мой канал. В общем, всем пока. Удачи, любви, счастья в этом году. Не грустите, веселитесь, короче. Берите новую вершину. Все. The power that we are dealing with here is immeasurable. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope. There isn't much time. May the Force be with us. Are you with me?